Но у нас нету нихуя вообще в тупе. Мы уже проебали. Ха-ха! Common sense ain't common. Command 0. Мою статую никто никогда не комментил. Почему? Вопрос. Command 34. А у моей статуи 0 командов. Что за хуйня? У меня же статуя охуенная. Now you're talking. О, послушались, пошли брать патроны. Я свою нижнюю не отдам. Ни за что. Ни за что. Right. Right. Over here. Over here. Нет, это слишком хуёво было. Окей. Окей. Это получше. Против меня Неру будет руну забирать. Когда я прокачаю Даркпак на первом левеле, очевидно. Потому что меня застанет, не хочет. Nice one. The battle begins. Как дела, братан? Взял руну? Yeah. First blood. As indeed, I am first in everything. Опа, баунти рун из майн. Активейтед баунти рун. Сразу плюс мораль пошла. А вот и плюс мораль пошла. All part of the plan. All right. Ah. А, нормально. Ну что, у меня второй левел, пассивка есть. Ты готов? Get out of here! Get out of here! Не-не-не-не-не-не-не-не, братан. Не дело так играть. А! Отводишь там мне похуй. Мне главное фарм. Я уже похуй, что экспу получать будешь. О, блядь, он плохо сделал для меня. Сейчас динайт может. Я хуй не смог. Да-да. Думаешь, мне эта мана нужна? I like it! Oh, hello. Оп! Оп! Wiggle, little fish! Right. Right. It's a big down. Right. У меня там инвокер на миде пиздец страдает. 3-2. Yeah. Мы проиграем 3-6. Найс команда, как всегда. Oh, hello. Я нихуя не спорталится, у меня нету маны, блядь. Your top tower has fallen. Ну, команда мусор, как всегда. Враги ОФК выигрывают с нулевой. Опять вздыхают все. И же все бесполезные, две мусорочки. Дайте ассист. Пол, что? Тут еще бы вышел, блядь, я вообще был голос. Просто умер? Ну, ладно. Да, как играть-то, лол. Они ж просто фидят 24 на 7, без остановки, они вообще не... Лол. Они просто... Левел 4 оракл на 11 минуте. Спектра 4-0. Просто вражеский кейли 4-0. Еще один умер. Они так без конца... Играть абсолютно нет смысла. Игра закончена была. На стадии подбора игроков. Ну, видите, все сами. Скрытый пул, как всегда. Your bottom tower is under attack. Опять просто бесконечные смерти. Никакой помощи, у нас вся команда просто умерла. Я не могу подраться ни в одном файте. У меня команда сразу умирает. Что-то до драки. Вот спектра, почему мы ее сейчас не убьем? Хоть один стан, малейший, хоть вот. Малейшая помощь. Почему шейкер не достает сейчас? Достань. Сделай стан, тварь. Нет, он ничего не делает, он не играет.
Он просто стоит там АФК, забей. Скрытый пул. Сколько у Виспа хп, это пизда. Спектр на фул хп. Опять же, нету никакого стана, ничего. Смотрите. Где по-моему сейчас? Смотрите, где был стан? Его не было. Вы видели сами, стана не было от шейкера. В гостях хорошо, в скобочках 6800, а дома лучше, в скобочках 5800. Как здорово, что ты наконец-то на своем рейтинге. Да, на своем. Спасибо системе за справедливость. Еще бы тебя в Counter-Strike до одного калаша понизили. Не переживай, меня скоро в доте понизят до 4К. А какой мышкой ты пользуешься? Я ж видео недавно записывал про мышку. Чекни на ютубе. Найс, играешь в нокер, ебать, это скилл. Чё он такой бесполезный? Чё ты вообще в игре участвуешь? Генерал 351 7К, челик. Прикольно. Абсолютно нулевой. Хз. Ну, ничего не делает. Не знаю, 351. У меня тысяча золота и лотар. Я ни разу не ошибался. Я не виноват, что у меня такой маленький фарм. У меня команда мусор. Как бы по факту. Не знаю, куда бежать, что делать. У меня герои без скиллов все. Меня тут видно под вордом, я не могу подойти помочь. Заберу хоть ассист. У меня тупо 0-0-0, я не знаю, как участвовать в файтах. Я несколько раз пытался, но сори. Ну так-то хорошо. Ой, я умер, кстати. Ноль фрагов для меня, к сожалению. Я еще здесь заберу. Конченая хуйня. Центр стоит. Double kill. Ха! О, гем, это моё. В Glorious! На всякий случай БКБ. Конченая. Видите, это ее скилл был. Вот только что. Ну увидели только что. Скилл игры, спектры в доту. А у нее 7-0. Хотя, вы видели, что на анскилл? Вы только что сами это могли видеть. То есть у меня выиграет спектран скилл только потому, что ее кормили всю игру. Она просто отдала 8-0. Просто отдала фри. Ни малейшего сопротивления не оказала, просто пошла, сдохла. 7-0. Да, бардан. Ты понимаешь, что я сейчас в форме, скажем так? Я никого не убью, там много хп. Я сейчас хорошо играю. Без тильта. Поэтому тебе меня так не убить. Я тебя вижу, что меня хочешь прыгнуть. Не переживай. Надо его убить. Зря я ульт потратил, наверное. Сейчас спектра еще ультанет. Не, это была хуйня. Я идиот. Я супер идиот. Я только что игру закинул. Тогда я супер идиот. Я ожидал, кстати, от инвокера других спелов, но я супер идиот, я игру закинул. Этим мувом. Ну, конечно, проебали не из-за меня, я тут лучше всех сыграл это по факту. Но я супер идиот. Это была супер ошибка. Это была супер ошибка, ебать. Просто мега ошибка. Мне не надо было прожимать ульта на Руба, тогда бы я здесь не сдох. Ну ладно, моя первая ошибка. Ну как бы, это одна единственная ошибка, одна. А от союзника было 10 тысяч ошибок, то есть меня винить в том, что мы проебем, когда мы и так проигрываем максимально.
Видит. Вот так вот, по КД. Ясно. Ну все, игра закончена, это уже не важно. Я просто охуел с того, что два героя убили троих. Я просто охуел, уже пошел, нажал БКБ. Ну игра закончена. Вы же видите, играть невозможно абсолютно. У них два керри, 10-1, 13-2. То есть никаких шансов нет здесь. Все, отдали всю игру. Грифа нету, игра закончена. Все. Скрытый пул. Инвокер уже вышел. То я подойду, я умру сразу. Я умер, кстати. Печально, блядь, скрытно пули играть, конечно. Абсолютно неравные команды. Вражеского керри все фидят, у него 11-1-14. Меня никто не фидит. Все мои киллы это заслуженно заработанные. Просто без фрикилов, так сказать. У меня почему-то инвокер 9-9-5. Там тини 13-13. Опять же, вражеского керри фидят. Вражеские саппорты супер полезные, 9-9-11. И, ну, как бы он стинит. Супер ему помогает. Тут 5-4-14, тут 3-6-4. Здесь просто, блядь, 3-12-6, 2-12. Шейкер разве что не полный хуесос, хотя он тоже хуесос, если честно. Но не полный хуесос. Кстати, где гем делся? Алло. Гем украли. Гем украли из курицы моей. Оракл забрал себе гем, чтобы я не смог играть. А, хорошо. Хорошо, забирай гем. Отдай врагам. Идет 3-12, забирает гем. Было отдать 100%. Кстати, команда идет без меня драться, когда очевидно, что мне надо скайдить фармить. Подрались без меня, долбоебы. ЛС, не, блять. Очень умно было, наверное, без меня идти драться. Как там? Нормально? Без меня драться. Конченые просто. А, гем отдали. Смотри, теперь у тени гем. Ну, это, блять, скрытый пул, сука. Просто взял, забрал гем из курицы и дал его тени. Ебучий скрытый пул. Инвокер стоит, умирает. Долбоёб. Долбоёб лесный. Хорошо играешь. Там отдали гем, что мне, как мне подойти? Нахуя ты гем отдал, долбоёб? Нахуя долбоёб отдал мой гем из куриц? Я не знаю, просто отдал гем, пошел. Теперь я играть не мог. Все, окей. Ну давай дальше гем. От меня была одна единственная ошибка за 35 минут игры. За 35 минут одна ошибка. Я его даже не убью, кстати. Невозможно, к сожалению. Я умер от спектре, у меня 0 маны. Ой, забейте, ну что мы проиграли, это уже не важно. Nice hide and pull. Факты налицо. Одна ошибка за 36 минут 41 секунду игры. Одна единственная ошибка. Вот там на миде то, что я умер, это супер хуево было. Смотрите его ПТС. 7660. Смотрите уже мои. То есть я уже на 4К скоро буду. Как сыграл он, как сыграл я. Это у него ферстбат еще был, он ферстбат получил. И вы видели, как он сыграл. Вот мой саппорт. 3-15. Никакого гейм-импакта. Они не саппортили, они проиграли все лайны нам, кроме моего. Они проиграли мид, они проиграли топ. Шейкер абсолютно тоже, как бы, ну, пару раз что-то сделал.
Но в основном скиллы свои не дает. Вот враги. Вот счет врагов. Найс. Найс! Вот мой мид, вот вражеский мид. С виспом. Вот вражеские саппорты. Вот количество смертей у союзных саппортов и их импакт. В скрытом пуле выиграть нельзя просто. Что не делай. Одна ошибка за 36 минут 41 секунду. Одна единственная ошибка. Одна. Одна ошибка за всю игру. При том, что ты играешь с командой долбоебов. Это, то есть, я сыграл, ну... Я оцениваю свою игру только что где-то на, не знаю, 8,5 баллов из 10. Потому что одна ошибка была все-таки критическая. Очень такая тупая. Но это одна ошибка. Одна. Инвокер сделал ошибок 20. Ебать. Все остальные сделали по ошибок, не знаю, от 50 до сотни. Просто они... Я пару раз пытался подраться с командой, прихожу драться, или все умирают за 3 секунды, вся команда, или никто скиллы не дает. Просто скиллы не нажимают. Шейкер фиссуру не дает. Что?